Снова всем привет, дорогие друзья. У нас начинается шестой день выживания в игре Seven Days to Die. Ночью мы значительно укрепили нашу оборону. У меня почти не осталось булыжников. Чего у нас тут? Четыре штуки. Так, вот это у нас цемент. Давайте-ка посмотрим. Бетон. А, ну здесь нужна бетономешалка, естественно. У нас ее нет. А булыжник делается, по-моему, из камня. Да, вот я видел. Из камня и глины. А где он делается? В кармане, что ли? Походу, в кармане. Но я не буду этим страдать. Вот. Сейчас мы отправимся добывать булыжник из домов. Задание я брать не буду. Также у меня почти все железо ушло на эти решетки. Но я думаю, что оно того стоит. Давайте посмотрим. Нам нужно найти какую-нибудь стройку. Давайте пробежимся. Немножко. И посмотрим. Я помню, что я точно видел здесь такие вот характерные дома, в которых можно рассчитывать найти тюки с булыжником. Но, как назло, сейчас мы их не встретим, да? Это слишком жирно. Слишком жирно получается, да, чтобы я просто так их взял и нашел. Но нет, я точно помню, что... Вот стройка. Вот я вижу стройку, значит, мы на верном пути. Машина, кстати говоря, которую не грех и разобрать, пользуясь случаем. Может быть, двигатель нам выпадет, может быть, аккумулятор. Ну и, конечно, механические части. Эх уж это выносливость. У нас, кстати говоря, уровень. Давайте вложимся. Мы здесь начали интеллект. Я думаю, что вот это продвинутая... А, борода, да? Здесь нужно 4 интеллекта, друзья. Аж 4 интеллекта. Веломеханик. Изготовление на 33% дешевле. Нет. Давайте-ка мы продолжим вкладываться в интеллект. Нам нужно еще уровень, а потом еще уровень для продвинутого вот этого проектирования. Печаль, печаль. Прокачка прямо медленная идет. Так, вот и стройка, собственно говоря. Опять какой-то гараж. Да, вот сюда я заглядывал, я помню это место. Опять у нас красный седан. Рюкзак, ну давайте возьмем. А здесь что я оставил, тоже возьмем. А вот это я даже не осмотрел. Здесь пусто, понятно. Это все понятно. Бельишко. Ну, кстати, можно взять, почему нет? Дверь у нас покоцана и открыта. Но! Да, сразу спаун. Пролаг и спаун. Но я не вижу здесь тюков с вожделенным мной булыжником. Возможно, во дворе будет что-нибудь такое. Бетономешалка, кстати, смотрите, и цемент.
Я думаю, что это стоит. Тут лестница, кстати, лежит. Железная причем. Здесь мы пробьем себе дорогу. И вот этих зомбачков нужно угомонить. Они нам могут испортить всю малину. Выходи. Что, только один, что ли? Это не солидно. Здесь заперто. Лекарство. Ну, возьмем, у вас есть место. Почему нет? На пистолет нам не повезло. И бог с ним. Там у нас какое-то мясо бегает, но не хочу отвлекаться. Нам надо сосредоточиться на поиске булыжника. Бетономешалка. Да, кстати, неплохо. Жаль, конечно, что она не сохранилась. Тихо. Замахал ручонками, а? Гаденыш. И здесь я не вижу, кстати говоря, никакого цемента, никаких булыжников особо. Походу пролетел я с этим домиком. Там зомбак в воде, смотрите. Но он не встанет. Да? Да, скорее всего. Да, вот это уже интересно. Интересно, вылезет он здесь? Не вы... Нет, вылез, смотри-ка. Такого мы еще не видели, солдатика. Ну, в этом выживании. Довольно толстый. Блин. Сейчас вот отсюда еще выползет. Или нет? Забираем. Забираем. Но это все не то. Это все не то, друзья. Дом это зачищать я не хочу. Совершенно не горю желанием. Выходим. Я думал, что вот эти строительные леса как бы намекают нам. Но, возможно, кстати говоря, имеет смысл залезть наверх. Посмотреть, что там. Угу. Угу. То есть вот так вот, да? Ну, что сказать. Засада. Здесь цемента тоже нет. Однако. Значит, выходим. Не цемента, в смысле булыжников. Конечно же, булыжников. Значит, выходим и идем вон туда. Вон там я вижу тоже какое-то недостроенное здание. И цемент точно есть. Возможно, есть и булыжник. Да, немного есть. Сейчас посмотрим, что здесь. Чем можно поживиться. Бетономешалка, к сожалению. Рецептик. Вот это мы хорошо зашли, друзья. Вот это. Ничего себе. Так. Верстачок. Ну, лопату утилизируем. К сожалению, верстачок не сохранился. Ну хотя, нам чё? Сюда бегать все равно я бы не стал. Жажду испытываю. Ну давай, попьем. Вода-то у меня есть. Давай еще попьем. 117. У меня булыжника. Это где-то на 11 блоков улучшить.
Нам намекают, что здесь нужно идти в подвал, да? Что-то нет у меня желания таскаться по подвалам. Кто-то проснулся. Дай бог с ним. Это пока не будем ничего собирать. Цемент. Цемент, это, конечно, прекрасно, друзья, но это не булыжник, к сожалению. Нам нужен именно булыжник пока что. Так, ну да, там вот подвал, и там тоже цемент. Так, 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 так. Я тебя спалил. Я тебя спалил. Какой-то гастарбайтер тут проснулся. Он, походу, обошел. Вокруг где-то выход. Но он, скорее всего, из подвала идет. Не внушает мне доверия вот этот пол, если честно. Ну, вроде ничего. Вроде нормально. Копаем. Можно, кстати, посмотреть булыжники еще у торговца. Наверняка у него есть. Так, но здесь только цемент. Булыжников я не вижу. Нет, есть. Есть булыжники. Сверху мы их, конечно же, не достанем. Придется заныривать в подвал. Как я не хотел этого избежать. Тут и ребятки уже проснулись. Один точно. Давайте пробежимся, поагрим тут все. Что тут есть? Потом будем раскапывать. Ага, смотрите-ка, здесь еще и проход вот такой вот есть. Интересный. А это у нас кости, да? Да. Пособираем. И тайничок. Видите, как припрятали для меня. Хорошо. Ну, походу, это все, да? Строители, вот этот вот чувачок на входе. Да. Похоже, это все. Ну, тем лучше, тем нам будет легче накопать то, что нам надо. Хороший домик вот это. Надо будет запомнить такие, если будут попадаться. Будем знать, что здесь неплохо можно накопать и булыжника, и цемента. Весьма неплохо. Я думаю, что крафтил бы я гораздо дольше все это. Блин. Блин, блин, один блок просрал. Ну ладно. Давайте чиниться между делом. Так, что у нас в бочке? Ни хрена. Ни хрена от слова ни хрена. Вот еще заначка. Возьмем. Опять перегруз у меня, друзья. А чем мы так перегружены? Вот это можно выбросить сразу, не глядя. Бандана, по-моему, у меня уже есть. Нет, кстати, банданы почему-то у меня нет. Ее можно надеть. Это надеть, это можно сломать.
это можно использовать. И, кстати говоря, у нас кончается еда. Внезапно. Мы недалеко от дома, так что пока забьем. И мне интересно все-таки в этот подвал слазить, ну, туда, в пещеру, точнее, которую мы обнаружили. Что там такое? Весьма интересно. Время у нас есть, в общем-то. Давайте прогуляемся. Так, итого у нас 362 булыжника на 36 блоков. Я думаю, что нам этого достаточно. По крайней мере, низ своей постройки мы укрепим. Давайте подсвечивать себе. Вот это я зря, друзья, пришел. Валим, валим отсюда. Валим отсюда. Вот это западня, слушайте. Это он где получается? Где-то здесь, да? Да. Вот так проход. Он где-то вот здесь под бетономешалкой. Или вот под этими вот блоками. Но я не хочу с ним воевать. Нам особо и нечем, откровенно говоря. Да и смысла в этом никакого не вижу. Я предлагаю наведаться еще к торговцу, посмотреть, что мы можем у него получить. Вот, кстати, я как-то пропустил еще несколько блоков. Вот здесь вот тоже какая-то стройка. Давайте добудем. Возможно, там, кстати, есть еще. Ну, спаун. Сейчас. Нет. Нет, не буду я зачищать этот дом. Смысла не вижу никакого отвлекаться. Добыли то, что смогли, и валим. То, что нам было нужно, точнее. Меня вот еще смущает вот это вот место. Я все хожу мимо и вижу там сумку. И знаю, что мы можем ее облутать. Это всего лишь банка. Масло нам пригодится. Пластик возьмем. Что тут еще? Вот еще мусор. И машины. Еще здесь есть машины. Тоже можно их разобрать. Рано или поздно это все равно пришлось бы сделать. Пружинки, трубы, механические части, все это очень полезно для нас. Смотрим. Да. 1000 цемента. Ну, 1700. 397 булыжника мы накопали вот так вот. Практически на ровном месте. Если мы сейчас закончим, то седьмой день можно будет посвятить выполнению задания какого-нибудь интересного. Но прямо сейчас я, конечно, тратить время на постройку не буду. Выложим все в ящики и отправимся к торговцу.
меня есть немножко денег. Попробуем поторговать. Так. Так. Вот это сюда. Это вот сюда. Так. Сланец. Мы не можем делать, да? Тогда выложим пока что. Можно будет попробовать продать ему этот аккумулятор, должен быть дорогой. Я думаю. Нам, в принципе, он особо не нужен. Можно продать ему вот эту кувалду. Я ей все равно не пользуюсь. Это мы оставим на орду. Деньги. Где деньги? Где мои деньги? Вот они. Так, это ломаем. Но остальное, в принципе, нам все нужно. Вот так вот. Пойдемте, сбегаем. Ну. Сбегаем до торговца. Я, конечно, не надеюсь, что задания у него обновились. Ну а вдруг? Больше я надеюсь вот на вот это вот. Взломщик. Успешность 100%. Стоимость 100. Мы помним, что у нас есть два сейфа там в пожарной станции. Сейчас, если ничего не купим... О, кстати, обновились. Смотрите, закопанные припасы 272 метра. Берем, конечно же. Конечно же, берем. Сразу же посмотрим, что у него на продажу. Но инвентарь прежний. Просто я для себя повспоминаю. Железное копье нам не нужно, кувалда нет. Давайте продадим тогда. Кстати говоря, пока я не забыл. Вот и он не покупает. 496. Аккумулятор неплохо. Почему кувалду не покупает? Ну, тогда ее сломаем позже. 3600 у меня. 3600 монет. Мне нужно железо на самом деле. На ремонт нашей обороны. Модификация. Порох, кстати, тоже можно закупить. Но вот булыжника у него, походу, нет. Гаечный ключ 3400. Мы уже все потратили. Ну ладно, давайте купим вот эту вот штуку для вскрытия замков. Взломщик. 100 монет я не пожалею. Это у нас урон от падения. Ну, я не думаю, что мы будем с такой высоты прыгать. Хотя, если мы залезем на какое-нибудь высокое здание, к примеру, чтобы не спускаться традиционным способом, можно сожрать вот такую штуку и сигануть. Но это как бы одна единица в инвентаре. Нет, не буду покупать. Вряд ли я буду с собой ее носить. Давайте отправимся по заданию. Что делать? И если время останется, то наведаемся все-таки в пожарку. Смогу я сломать ее? Да, камень получим. Порох, конечно, можно было бы выложить. Ну ладно. Наведаемся в пожарку. Я попробую взломать сейф. Так, здесь у нас пусто.
Это мы уже залутали. Вот, кстати, и машины у нас прямо по курсу. Их тоже желательно было бы ломать. Тряпку возьму. Тоже возьму. А вот и жрать уже охота, да? Блин. Зря я побежал голодный. У нас там есть немножко мяса. Ну и надо его поставить, наверное, на приготовление, потому что готового у меня особо-то нет. Да, есть у нас вот эта яичница. Из этого мяса мы можем сделать жареное либо вареное. Давайте сделаем вареное. Пусть оно варится, мы пока что перекусим. Это вот сюда. Порох выкладываем. И побежали. Час дня. Однако. Еще едим. Отъедаемся как следует. 119 уже стамины. То есть неплохой бонус мы получаем от этой еды. Ну как неплохой? Мы его получаем, скажем так. Это уже неплохо. А тут у нас медсестричка. Медсестричка. Все. Скотч. Скотч это прекрасно. А вот перья мы выбрасываем. Блин, друзья, у нас клад-то под асфальтом. Вот это засада. Это мне придется подкоп делать под асфальт. Долбить асфальт я вообще не горю желанием. Потому что у асфальта прочность, видите, 1500. Да. Но сейчас мы посмотрим, на сколько блоков он вниз идет. Не повезло на самом деле мне с этим асфальтом. Вроде такое самое ближнее задание. И такая засада. Так, здесь мы вылазим спокойно. Здесь мы вылазим. Вот здесь. Ну и здесь вылазим. В принципе, хорошо. По идее, он должен быть всего один блок. Здесь 1500. А здесь уже 200. Так. Ну-ка, давайте сразу. Немножко сместилось, но я не вижу смысла скопать с другой стороны. Это опять нужно делать подкоп. Главное, чтобы этот асфальт не упал нам на голову теперь. Такой вот высотой в два блока мы делаем заход. Походу, на всю ширину дороги нам придется это все прокапывать. В принципе, здесь можно и зомбаков встретить, кстати говоря, в этом проходе. Они друг другу будут мешать. И больше, чем по одному, естественно, не пройдут. Приближаемся. Ну, давайте глянем, что мы там приближаемся. Нет, все-таки... Видите, он в сторону уходит. Нам нужно прокопать влево.
Все равно это будет быстрее, чем с той стороны заново выкапывать. И вот он выход, собственно говоря. Но это просто какая-то дырочка такая в земле. Угу. Почему-то в такие моменты я вспоминаю игрушку, если помните, Planet Explorer, которую я тоже играл на запись. Нравится мне, как здесь все устроено. Давайте сделаем вот так. Так. Куда они пойдут? Первый пошел. Но они тупят, видите, они не могут сообразить, что нужно как-то вниз упасть. Ломают землю, походу. Валим. Я думал, будет красиво. И куда ты пошел? Они слишком тупы, чтобы делать красиво. Так, ну задание мы выполнили, но я все-таки хочу наведаться на эту пожарную станцию, тем более, что она здесь вроде бы как неподалеку. Должна быть неподалеку. Чем мы, кстати, нашли? Рецептик один. Еды немного. Нам бы попить. У меня, кстати, вода заканчивается внезапно. Так, а где у нас пожарка эта? Что-то я как-то теряюсь. Я помню, что я мимо парковки шел. Куда-то туда. Давайте глянем карту. Ну вот здесь вот оно получается. Значит, нам нужно сейчас направо свернуть. Почти до упора бежать. Ну вот, вот это уже неплохо. А я здесь вроде бы был, почему здесь так все не облутано? Дерево тоже полезно. Так, зомбачина там. Большое каменное здание, немножко разрушенное. И вон там интересное. Но оно тоже, походу, разрушенное. Нет, слушайте, мы не к пожарке пришли. Мы куда-то в другое место совершенно явились. Здесь я, по-моему, не был. Смотрите, какой интересный домик. Это что такое? Угольная шахта. Надо запомнить, что здесь есть угольная шахта. Мы, походу, вообще не в ту сторону пошли. Потому что здесь я не был.
Мы, получается, сделали круг. Ну или сделаем по итогу. Да, вон красный дом, я вижу. Это пожарка, которую я хотел. То есть мы такой существенный круг с вами сделали. Здесь такого прям сильно интересного ничего нет. Вот какие-то магазинчики небольшие. Театр. В театре, кстати, есть лут вроде бы как. Я помню, что там неплохие залежи были. Но дойти до него тяжело. Ну, если идти вот как разработчики наметили. Если, конечно, знать, где подкопаться, может быть, это полегче. Но вот официальным путем тяжело. Кстати, вот еще булыжник. Но не будем сейчас терять время на булыжник, потому что я думаю, что мне его хватит. Меда не дали, к сожалению. А здесь бумага, смотрите, написано. Это что-то типа типографии, видимо. Какой-то. По-хорошему, туда тоже нужно отдельно идти, добывать эту бумагу, потому что я ее так вот бросаю везде, а нам она нужна. Какой-то автосервис или что это такое? Гараж, в общем. Там, кстати, могут быть полезные вещи, но тратить время не будем. Наша задача залутать все-таки хотя бы один сейф. И подобрать свое барахло, которое я здесь оставил, кстати, тоже. Зомбачи у нас спавниться сейчас не должно. Да, оно и не наспавнилось. Ну, давайте начнем вот с этого, наверное. У меня получается 9 отмычек всего. Сожрем вот эту вот штуку. Где она у меня? Вот. 10 минут она нам дает. Но 10 минут слишком много. У меня либо кончатся отмычки, либо мы их взломаем. Ну, смотрите. Процесс идет. Процесс идет. О, ну отлично. Давайте сразу второй. Пока бонус действует. Но, видимо, если сейчас и этот получится у нас взломать, значит, вот эта еда дает 100% шанс на взлом. А значит, нужно их скупать. Отмечать сейфы. В последующем. И уже приходить, так сказать, к сейфам подготовленному. Ну, либо у нас уже будет куча отмычек, и нам это будет не важно. Кстати, смотрите, 5-го качества. Вот это уже интересно. 4-го качества. Вот этот вот мушкетон. Модификация патронтаж. Короче, вот это можно разломать сразу. Каменную кувалду, я думаю, что можно разломать. Нож можно выбросить, а это берем. К чему это? Нагрудник либо поножи. Поножи у нас лучше. Так, а что она дает? Ускоряет перезарядку. Ну, это полезно. Это полезно. Починить мы, к сожалению, сейчас не сможем. Украсть я, наверное, не буду. Ну, 5-го качества это уже неплохо. Смотрите, здесь урон у нас 13 с дробинки, а здесь только 10. Здесь 12. Ну, если бы какие-нибудь модификации вставить, то было бы еще веселее. Неплохо, неплохо мы зашли, друзья. И еще один сейф у нас. Это что? Залутано. А здесь у нас 4-го качества. Мушкетон. Еще немножко патронов. Это мы выбрасываем. То есть, смотрите, 3 мушкетона у нас неплохого качества. Я считаю, что еда эта 100 монет окупилась. И, в общем-то, время, которое мы потратили, также
потрачено не зря. Здесь у нас еда. Вот эту возьмем. Тряпки. Короче, почти все это можно забрать. Юку. Можно, кстати, кофе хлебнуть. Это пусть все лежит. Что нам дает кофе? Давайте смотреть. Поддерживает выносливость. И согревает. То есть мы можем, видимо, успешнее бегать. Но с таким перегрузом мы, конечно, далеко не убежим. Вот это можно выбросить. Вот это можно сожрать. Вот это вот тоже можно сожрать. Вот так вот. Немножко облегчились. Буквально немножко. Вот это у нас, по-моему, тоже каменный дом. Но мы здесь были, да. Я думал, что здесь стройка. Забор, правда, так себе на 1200. Ну и дом, похоже, такой же. И вот у нас, кстати говоря, тоже, походу, каменный какой-то дом. Вроде бы я его не лутал. А, это пожарка тоже. Здесь гараж. Да, вот гараж у них слабое место. Конечно, все портит он. Не будь там гаража, все было бы, конечно, проще. Ну да, смотрите, кофе как хорошо работает. Мы вот уже сколько бежим, а стамина у нас расходуется меньше. Но все-таки ее не хватает. Куча эффектов. Почти все положительные, кроме вот перегруза. Не было бы перегруза, может быть, я бы и добежал до торговца под этим кофе. Надо будет как-то заморочиться и высадить его. Вроде бы можно же его высаживать, да? Так. Другой такой халявы у нас, конечно, здесь нет. Сдаем задание. Схема охотничьего ружья. Вот это уже неплохо. Вот это уже неплохо. Но там, скорее всего, нужно будет запчасти какие-то специальные. Утяжелитель. Добавлять вероятность оглушителя, замедлить жертву. Ну, давайте возьмем схему. Лишним он точно не будет. И здесь дальние задания. Не буду я их брать. Так. 3300 у нас монет. Инвентарь у него все тот же. Все тот же. Что-то я видел интересное, то, что можно было бы купить. На что мне не хватило деньжат. Гаечный ключ. Но нет, мне не хватит. Можно будет, конечно, что-то продать, но вот эти можно продать, они целые. 96. Нам столько все равно их не нужно. Давайте продадим 2. 94, немножко он покоцанный, но тоже я его продам. Этот уже существенно дешевле, потому что он поврежден. И у нас 3500. И мы можем купить, в принципе, вот этот гаечный ключ, чё бы нет. Почему бы и нет? Где он? Сразу сюда его. Прекрасно. А вот этот можно, в принципе, уже пустить на запчасти. Он идет на железо просто. Все, выходим. Еще раз смотрим, что у нас здесь. Это все тоже можно пустить на запчасти. Это можно
разломать. И вот это я заберу на починку. Вот у нас кофейные зерна. Вроде бы это не семена, да, это просто зерна, из которых непосредственно кофе можно варить. Давайте проверим, сможем ли мы сварить кофе. У меня там есть про запас несколько баночек, но интересно. Скорее всего, конечно, не сможем. Нужен будет какой-нибудь рецепт опять. Но посмотреть надо. Здесь у нас мясо варится. Кофе, кофе, кофе. Нет, либо это не здесь, либо мы не умеем его просто делать. Чё он, кстати, зря горит. Давайте потушим. Так, ну и для починки вот это я тоже выложу. Починим и на продажу. Нож оставим, это можно изучить. Это нам не надо. Это пока тоже нам не надо. Воду берем. Так. И давайте посмотрим, наконец-то, что мы можем сделать из пороха. 40 у нас здесь. Я же вроде находил порох. У нас гости. А ноги вытирать на входе. А бахилы? Бахилы почему не надеваем, а? Так, мне вот это не нравится. Я не достаю через два. Только так вот, вплотную, если. Так, это у нас чё, орда, что ли? Мне не нравится, что я почти не достаю до нее. Вот она, видите, лупит все-таки кулачком своим. Давайте воспользуемся нашим чудесным мушкетоном. Этого сразу вынесли. Вообще здесь, наверное, лучше бы подошло копье. Потому что я по башке не попадаю. Это печально. Вообще не попадаю. Уровень. Сразу давайте повысим уровень. Конечно же, интеллект. Вот, и теперь мы сможем поднять проектирование. Ну, на следующем уровне. Бетономешалки, верстаки. Это прекрасно. Как раз вот мы будем уже заселяться туда. И нам это все пригодится. Так, вот это вот заплавляем. Железо нам также пригодится на ремонт этих лестниц. Блин, ну как же мне... Где же у меня порох? По-моему, я его... А, вот же он. Смотрим. Для мушкетона нам нужна бумага и камень. Бумаги у нас немного есть. Соответственно, мы можем сделать 35 единиц этого... этих боеприпасов. Также нам нужно починить вот эти мушкетоны, это трубки, по-моему. Да. По одной трубке. Довольно долго они. А, ну это не они долго делаются, а вот этот вот боеприпас. Ну что, пожалуй, на этом я закончу очередную дневную серию. Ночью доукрепляем наш бункер, вот этот небольшой. И подобываем еще немножко ресурсов. На этом все. Спасибо вам за внимание и до новых встреч.